Девушки, гадая на суженого, пускают по воде венки цветов, а в лесу, по поверью, расцветает волшебный папоротник. Сорвавший его цветок наделялся небывалой силой. Особого внимания заслуживает традиционная кухня Брещины. Основными здесь считаются блюда из картофеля, речной рыбы и мяса. Путешествуя по Брещине, смело обращайтесь за помощью и советом к любому встречному. И будьте уверены, в ответ вас ждет улыбка, и вам всегда помогут. В этих краях радушные и духовно богатые люди –